Индития – верхнее облачение престола, светлый, шелковый или парчевый плат. Святитель Симеон Солонский толкует индитию как образ славы Божией, поскольку Святой Престол является троном Царя Христа и как одеяние славы, напоминающее блистающие одежды Спасителя. Поэтому и в чине освящения престола индития полагается с пением стиха «Господь воцарися в лепоту обличися».